Київ інтерактив зі Світланою, зі Світланою Василенко. Привіт усім, хто налаштувався на Київ дев'яносто 21.30. І ми разом з вами правильно де з «Київ Інтерактив». Київ Інтерактив» ви зустрічаєте щобудня з понеділка до п'ятниці. Але є одне але є у нас Ютуб канал Київ 9 де ви нас можете дивитися. Оці пальчики вгору ставити, підписуватися на канал, це я найбільше люблю від вас, і коментарі, звісно, моїм гостям ставити. Я знаю, що ви дуже багато запитуєте щодо різної медицини. Сьогодні я вирішила, що вам треба дізнатися про інтегративну медицину, як вона допомагає, як вона лікує, як вона діагностує, і, зрештою, в неї є унікна, унікальна можливість, як нею можна профілактувати усі свої. Проблеми власне звати мене Світлана Василенко. А сьогодні зі мною у цій студії Анатолій Доровських, директор мережі клінік інтегративної медицини SmartMed, -Мед», людина, яка про інтегративну медицину знає абсолютно все, правда? Ну абсолютно не народнілця знати, але ми стараємося. Але ви намагаєтеся добрий вечір вам, Добрий І вечір. Ми сьогодні всю правду про інтегративну медицину розкажемо і почнемо з того всього. А что это такая интегративная медицина? Ну вот э, слово корень, как говорится закопано в слове интегративная. Что куда интегруемо? Интегрируем. Знаете, Наталья Васильевич, как ГМО, ГМО, те, что ну, куда-то интегрирует. Для того, чтобы понять, что такое интегративная медицина, давайте вспомним, как э, мы попадаем в районную поликлинику. При всем моем глубоком уважении еще раз говорю, я к врачей всех очень уважаю, особенно в наше время. Когда приходится в очень тяжелейших условиях и финансовых и политических, и экономических работ врачам, дай бог им всем здоровья. Но тем не менее технологически как работает технологически выстроена сегодня медицина. Причем это не только в нашей стране, она так по всему миру выстроена на сегодняшний день. Если у человека что-то заболело, там вот в Баку болит человек идет куда, в поликлинику к своему или семейному врачу с проблемой приходит. Говорит, вот тут болит у меня. Врач посмотрел, пощупал, ну вроде так сходу ничего, потому что учитывая, что наши семейные врачи сегодня вооружены э, стетоскопом и э, прибором для измерения давления, как правило, больше ничего нету. Но даже если он еще чем-то не сильно. Что? Медсестра. Ну, так... Не, ну врачи не знания это. А врач что делает? Он его направляет по специалистам такой список длинный, там 8-10 специалистов, ну и кучу анализов. Пойдите, сдайте. Ну, наверное, что-то анализы покажут. Общий анализ крови, мочи, там УЗИ, иногда МРТ посылать, сейчас мода на КТ посылать. Ну и так далее, и так далее. Там с десятка полтора-два анализа. Ну и человек пошел. Если все, обойти всех специалистов, обойти все анализы, ну, я про деньги вообще молчу просто. Просто говорю, что по времени это займет, ну, две недели в лучшем случае, а как правило там недели три. А бог-то болит. Бог болит, продолжает болеть. Он ходит. Пришел к невропатологу, тот постукал молоточком, посмотрел. Не мое. У меня нет вопросов. К гастроэнтерологу пришел, тот... Живот пощупал, посмотрел, УЗИ посмотрел, рентген посмотрел. Я говорю, не мое. Кардиологу пришел, кардиолог электрокардиограмму сделал, посмотрел, электрокардиограмма хорошая, не мое. И в итоге так вот человек возвращается, набрав кучу тени, по кругу возвращается через три недели к своему семейному врачу. Тот смотрит, Вроде анализы все. Как собрать все это вместе? Все, анализы вроде неплохие. На, на ходу, сходу, как говорится, ничего нету Там, допустим, как вот сейчас, ПЦР сделали на корону. Ага, ну, вот этот коронавирус. Тут понятно все. А там вот болит. А что болит? Непонятно. Или что давление, допустим, высокое? Непонятно. Болит? Ага, раз болит, воспаление. Воспаление что надо? А вдруг там бактериальное воспаление? Даю на всякий случай антибиотики. А, б, плюс боль. Что дам? Обезболивающее. Дам обезболивающее. О! Человек пошел, купил в аптеку, попустила. Обезболивающие дали. Антибиотик, скорее всего, печень только испортила. Обезболивающий боль сняла. Хороший доктор, все классно. Это не потому, что доктор-то на самом деле плохой. У него инструментария нет, собрать все это вместе. А, а через год или полтора, допустим, там онкология. Она же ж, или еще какая-то там крупная неприятность, скажем, там какой-нибудь аутоиммунный процесс, не дай бог. Вот э, так, к сожалению, работает э, медицина. Э, в интегративной медицине все построено не так. Там врач-функциональной диагностики один врач на, первом, э, на первой диагностике в течение двух часов в руках у него аппаратура частотно-резонансной диагностики проводит полный анализ состояния всех органов и систем, наличие всех инфекционных агентов это начинает вирусов, бактерий, грибков, простейших паразитов всех, на наличие их, смотрит, может выстроить причинно-следственные связи, то есть понять, если боль откуда там острое воспаление, от чего, что послужило причиной, бактериальная нагрузка, вирусная нагрузка, либо она же бывает, вот как болит голова, а надо желчный пузырь раздренировать, и голову, голову отпустят. То есть Интегративная медицина все, занимается целиком... Все полностью весь, полностью человеком. Одночасно. Человека нельзя смотреть по частям. Части, как говорил Вольтер, только у трупа. А человек ⁇ это цельная взаимоувязанная система. Вот сегодня даже уже в медицинских университетах, допустим, начали, раньше учили иммунную систему отдельно, нервную отдельно, эндокринную отдельно. Теперь это, уже есть уже предмет нейроэндокринно-иммунная система. Потому что это единая управляющая система, тот, регулятор в организме, который регулирует все процессы в организме. И мы зараз такую затравочку для наших слушателей и глядачей. Если вы раптом решили попробовать набридло вам ходить до 10 Різних спеціалістів здавати багато І що аналізів. на О, як, історії. якщо у вас є всього на всього дві години часу, так здається, це Правильно. не більше займає дві години часу. Ви приходите до однієї з клінік інтегративної медицини Смартмед. Можете на лівому березі, можете на правому березі, але на туди ви можете подати вже й на виногради. Ми про це теж поговоримо. Власне, ви можете просто набрати 585 31 17. 585-3117, п'ять тридцять один і записатися на прийом дві години вашого часу до клініки інтегративної медицини Смартмен. До речі, хто протягом не знаю скільки ми їм там дамо 24 години. Дамо після нашого ефіру вечірня 24 години. У вас є з того моменту, як ви чуєте. Цей ефір на Київ дев'яносто вісім'яти до 9 роботі п'ятдесят okay. знижки на повне комплексне обстеження вашого організму. І повірте вас, ніхто там не буде ані колоти, ані мучити. Перевірено на собі власне ця інформація прозвучала на правах реклами. Ну а ми відправляємося далі. Часу у нас небагато інформації багато. Що лікує інтегративна медицина? Якщо вона в комплексі, там є якісь захворювання, от які от для неї взагалі як горішки лускати, як як насіннячко лускати. Ну, є заболеваниями мы занимаемся практически всеми заболеваниями, и хроническими, и соматическими, и острыми заболеваниями. Ну, там, где остро, где нужна хирургия, острый мы этим не занимаемся. Хирургией мы не занимаемся, стоматологией и психиатрии Вот три направления, в которых мы не, не трогаем. А в отношении все остальными, как говорится, вопросами мы занимаемся. И здесь надо сказать, вот даже вот я говорил про инфекционных агентов и так далее. Вот Самая, одна из самых развитых лабораторий, не будем говорить, что рекламу не давать, это делает, допустим, анализы на паразиты, делает на 12 паразитов. А вообще их 280, те, которые могут жить в человеке. А на печеночных паразитов, которые мы находим, ну, наверное, процентов 60-70 в Украине, потому что все очень любят суши-бары, все остальное там. Это рыбное. зараз про Uh, и и клонорхис uh, кто-то любит uh, мясо всякое вяленое, сушеное, это уже Ну, Мы на за зарослые Капилляр, какие радости, червячки ползают по печени у людей. Это, представьте, у 60% где-то по нашей статистике. Анализов на эти паразиты не делают в Украине от слова «вообще». А теперь представьте, какой может быть иммунитет у человека, если у него паразиты живут в печени это мало то что печень это второе сердце человека это от этого зависит от того как работает сердце печень зависит работа сердца зависит работа простаты зависит работа там органов малого таза у женщин Работа работающие и так далее это целые то есть это вот все заболевания как правило начинаются с проблем в печени сначала в печени возникают проблемы а потом дальше по цепочке они передаются и поэтому в связи с этим от наличия, допустим, не убрать инфекционных таких мощнейших агентов, как паразиты, как глисты, гельминты, это, конечно, удар по здоровью крепкий. Вы никогда не восстановите до конца здоровье, никогда не восстановите до конца иммунную систему, если это будет. Поэтому у нас врач спокойно все 280 паразитов видит, может просмотреть, проверить, как говорится сделать. Так же, как с вирусами. Вирусные нагрузки, допустим, особенно герпес вирусные нагрузки ДНК, которые влияют на иммунную систему и которые нарушают ее работу в первую очередь, являются тем агентом, который разрушает работу иммунной системы. Их у нас практически анализов не делают. Их 8 герпесов, особенно первые 7 ну, первый герпес на губах обычно видит, там анализа не надо, как говорится, делать. А вот четвертый, пятый, шестой, седьмой, это то, что Эпштейн-Барр, цитомегаловирус это пятый герпес, шестой, седьмой или синдром хронической усталости, седьмой герпес, на них анализов-то не делают. Поэтому, когда к врачу уходят или как у нас с психологами идут с проблемой э, хронической усталости, ну, зачастую это комплексная проблема, чаще всего это вирусное заболевание, то есть герпесом седьмого типа либо это проблемы, связанные там с анемией. Анемия то же самое, как у нас к анемии подход, стандартный подход к анемии это железосодержащий препарат. Если, ну, это не если не геморрагическая там с кровотечениями не связанная анемия, то я от, это уже вопрос к хирургам. А как делают? Дали А это же может быть проблема дефицита фолиевой кислоты, дефицита витаминов В группы. То есть это достаточно комплексы, Все проблемы не бывает простых решений в организме. Как правило, это причина, целая причина следственных связей. Так, Цепочка. я поняла, что интегративная медицина может вылечивать практически все, за винятком тех направлений, с которыми вы не работаете. Она может подобрать харчування, на якому вы схуднете. А вот э, с питанием мы делаем специальный пищевой тест на пищевую переносимость продуктов на первом диагнозе, на первой диагностике. Это 330 продуктов и просим их из меню убрать. Это сразу же облегчает работу желудочно-кишечного тракта как основной выделительной системы. И э, от этого, от ЖКТ, зависит и работа иммунной системы во многом. І поэтому позволяємо сра сразу. сразу Ми наводим порядок в этом місці, Пвистанавлює ферментативне функції печені пожелучний. Ми добиваємося хороших результатів. Ну і власне інтегративна медицина, я так розумію, може визначити яких вітамінів і мінералів. Ну щоб не пити о ті комплекси, які продаються ну, в аптеках, чого не вистачає, а чого занадто багато, і що не это... засвоюється. Есть специальные тесты, когда мы проверяем наличие, э, дефицит витаминов, любых витаминов, практически всех 16 витаминов, которые должны каждый день поступать в человеческий организм. И дефицит всех 71 микроэлемента мы также можем про и просматриваем врачи. И ключевой, допустим, там вот микроэлемент, который мы всегда, как правило, это 100, почти 100% на первичной диагностике имеют дефицит, это дефицит кремния. Это один из ключевых микроэлементов, который нужен для метаболизма всех остальных микроэлементов. Нет кремния, вы можете железо, кальций, там селена, цинка пить, вот бороться. Э как говорится профилактировать, допустим, про, скажем, вирусные заболевания некоторые, тоже корона это сейчас, прикол... это правильно, в общем-то это надо там селен, цинк все должно, но оно все как зайдет так и выйдет, потому что если не будет кремния, не будет тогда не будет метаболизма, это катализатор метаболизма всех основных микроэлементов, это один из ключевых моментов, а потому что все наши регулирующие скажем, гормоны, ферменты, нейромедиатор. Это представляет из себя металлопротеины. То есть это белки с вкраплениями каких-то там одного-двух атомов там металлов. Так что, если вы хотите быть а. красивыми, б. у своей комфортной вазе, да. И В, если вы хотите еще и при этом быть здоровыми, Що надзвичайно важливо, інтегративна медицина може вам у цьому допомогти. А мережа клініки інтегративної медицини Виноградар, правий берег у центрі, лівий берег поблизу метродарниця, Це вам допоможуть вже що вам ближче. Якщо ви зателефонуєте за номером 585 вісімдесят п'ять тридцять один сімнадцять, п'ятсот вісімдесят Власним протягом 24 годин, якщо ви зателефонуєте, запишетеся на прийом до клініки інтегративної медицини СМА. Март З моменту, як ви чуєте це інтерв'ю на Київ 98 вісімфам, ви отримаєте знижку 50% на повне комплексне обстеження вашого організму. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми так поступово підходимо до методів і підходів інтегративної медицини. У який спосіб ви все це робите? Діагностика ділиться там на ніскі перший важливий момент. це Діагностика Це ділиться частотно-резонансна діагностика. с использованием uh, специальной аппаратуры, которая, кстати, украинского производства, слава богу, <laughs> которая, я считаю, одна из лучших в мире, и которая идет на экспорт в, в огромное количество стран, и в той же Европе это широко используется. А мы используем эту аппаратуру врач работает частотно резонансная диагностика. Также мы используем неинвазивные анализаторы крови, которые позволяют делать нам скрининг крови за 12 минут, не беря кровь у человека. Мы получаем 131 параметр крови. Там где-то есть, да, скажем, вероятность там, погрешность 10-15%, но она как скрининг позволяет в комплексе с э, первым комплексом по 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 получать полную картинку состояния человека. Вот это вот два основных диагностических комплекса, которые мы используем на сегодняшний день. Планируем еще там как добавлять, но на сегодняшний день работают эти два. Это позволяет врачу в течение двух часов получить комплексную картину состояния здоровья. В организма пациента определить причинно-следственные, самое главное, причинно-следственные связи. Головная боль, это вот мы как-то развлекались, написали 73 причины, как минимум 73. Артриты и артрозы, это больше 20 причин. И врачу не надо, обычно, к сожалению, врачи у нас из-за отсутствия, нет, потому что плохо, там интуиция врача и так далее, опыт врача. И врачу необходимо гадать фактически, угадать, какая же из причин. Здесь есть, четко показывает прибор, врач методом перебора смотрит, все, все эти 20 причин может посмотреть, и в одном случае артрит может быть связан с травматическим отягощением, было, допустим, травма, в другом случае с хламидиозом. Кто очень часто, редко кто соединяет хламидиоз и артрит, а это, к сожалению, очень часто встречается. Это половина примерно артритов связана с хламидиозной инфекцией. Причем хламидию, у нас часто хламидию трактуют только как урогенитальную инфекцию. Хламидия, 70% хламидии, это хламидия, которая передается воздушно-капельным путем за счет птиц. Птицы разносят э, орнитоз, болезнь, которую разносят птицы. Ее возбудитель называется холомидипситация. Э, вот это две, два вида хламидий, которые поселяются у нас на горле, и являются, каждый третий детский танзелит является причиной э, хламидиозной инфекции. То эти а мамочки, которые годуют голубим на улице, они сами могут... У нас была девочка, проблем. которая... Это, на сборах, она спортсменка, мастер спорта по художественной гимнастике. И они были на сборах, и она около балкона спала. На балконе было куча этих гнезд, ласточек. И она приехала, мне мама звонит, говорит, слушай, у нас какой-то насморк такой, ну, ужас, как бронхит какой-то. Я говорю, привози. Начинаю смотреть, хламидия. Я говорю, где была? Она говорит, а я на балконе спала. Я говорю, от птиц. Спала на балконе около балкона, дверь открыта, а там помета это от ласточек было очень много. И вот оно там, оно подсыхает, воздух поднимается. Девочка вдохнула и в итоге набрала. И а потом это, от этого страдают сосуды, от этого страдают суставы, от этого появляются хронические тензилиты. Профилактувати интегративной медициной можно? Конечно, и нужно. Если раз в полгода, допустим, сделать пищевой тест, проверить наличие... Человек открытая система. Мы общаемся и с другими людьми, и с животными, и, скажем, окружающая среда у нас сегодня, к сожалению, не самая благоприятная, особенно в городах. Если ну, давайте будем, честно говорить, и воздух, и вода, и продукты питания, там много, много вопросов, я даже не хочу на этом останавливаться, все это прекрасно понимают. И сделать раз в полгода, посмотреть, зайти на два часа проверить себя, а если мы пациента постоянно ведем, то как правило на повторной диагностике хватает одного часа полностью полностью просмотреть, посмотреть какие проблемы, где-то возможно было некачественная суша, где-то там с животными имели дело, получили поймали паразита, где-то э, иммунка просела, поймали герпес э, там четвертый или пятый и вы это можно, можно все это на ходу, как говорится, уже достаточно быстро убирается. Есть специальные препараты разработаны, об этом мы сейчас будем говорить, чем дел, чем мы лечим. И о, вы будете, поверьте мне, сохраните свое здоровье. А если пройти еще раз, хотя бы раз в полгода трехнедельный курс интервальной гипокситерапии и водородной терапии, то это уже то, что называется антиинжинговая программа. Ну вся, это якугерочки, да? Что? Якугерочки. Да, 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 да. Это будете выглядеть, потому что свеженький, молоденький. Это как раз один из элементов омоложения, причем самый важный, который, в общем-то, на самом деле в системе омоложения заменить нельзя, потому что молодость это четыре фактора: это состояние сосудов, состояние иммунной системы, и состояние митохондрий. Вот если с первыми двумя там особенно с иммунных, пусть очень сложно, но мы, допустим, решение имеем, то вопрос возобновления работы митохондрий, их восстановления и митоза, так сказать, митохондрий, то есть их новое, появление новых митохондрий, замена, замена так сказать, Уход в апоптоз самой митохондрии, которая поломалась, скажем так, образно, Uh, это другого метода, как вот использование водородной терапии, это, плюс, и на сосуды влияет водородная терапия и uh, интервальная гипоксия другого, пока, ну, нам пока еще не попалось. Я думаю, мы про это наступного эфира обовязково детальнее да, поговорим. У нас осталось буквально одна минута эфиру и вы сказали про препараты. Это что? Это тоже интегративная медицина? Это, о, у нас, да, интегративная. Мы выпускаем сегодня, разработано 91 препарат совместно с нашей Национальной Академией Наук и институтами. Это препараты, чисто растительные препараты, фитопрепараты, различные технологии там для производства не только водно-спиртовой, а специальные синтезы ферментативные используются. Это нанопрепараты уникальные, которые не имеют аналогов в мире сегодня. И это комбинация фитонанопрепаратов, тоже так, такая комбинация, которая позволяет нам добраться во внутрь клетки, зайти во внутрь клетки, доставить туда лекарства и не иметь никаких побочных явлений при этом для организма. И решать очень сложные, сложнейшие задачи по оздоровлению в, том, в той же, при вирусных инфекциях, скажем, и РНК, и ДРНК вирусов, мы успешно добираемся до этих вирусов. До речі, я знаю, що коли говорять вже про інтегративну медицину, то це для багатьох людей це так би мовити останнє місце. Вони вже пройшли все. Приходять на жалікода наскільки ось цей розвиток у Києві інтегративної медицини він підтримується? Наскільки вона розвивається, і наскільки. Но ну, люди уже начинают приходить и как в стану инстанцию, буквально ну, двума словами. Суть по тому, как от у нас у нас сейчас уже на сегодняшний день 9 клиник в Украине. То есть когда-то, помните, если мы с вами начинали так. в 2009, 8. 8, 8. 2008 году, у нас была одна маленькая клиника на краю, на окраине Киева, в лесу, было два врача, один. Сейчас, на сегодняшний день это 9 клиник, это только в нашей системе, это в Украине 9 клиник. Производство аппаратов интегративной медицины, тоже наше, украинская, тоже успешно развивается все аппаратуры, и это радует очень сильно. Идет экспорт этого аппарата. То есть к этому методу потихонечку возвращается. Это очень широко развито. На сегодняшний день, допустим, в Польше, в Прибалтике клиники работают, в Германии очень много. В Германии, допустим, к врачам-фолистам, которые по методу фоли, ну, в год больше 25 миллионов человек обращается. То есть это достаточно развитые методики. В некоторых странах к этому так слабенько относятся. Но и поскольку, знаете, в медицине все решает клиническая эффективность. Если ты даешь клинический результат, к тебе люди всегда пойдут. А будь вы там самую супер-пупер рекламу дайте, но если вы не будете давать клинического результата, и людям легче не будет становиться, и они не будут чувствовать себя здоровыми, то это бесполезно, это умрет. Анатолій Доровських, людина, від якого я назавжди взяла цитату «Дорожчим за здоров'я може бути только лікування». Директор мережі клінік інтегративної медицини «СмартМед» сьогодні був Київ інтерактів. Якщо ви разом з нами, ви приєднуєтеся до нас і на Ютубі Київ 98 98FM». Якщо ви хочете дізнатися більше про інтегративну медицину, 585-31-17, 585-31-17 протягом сьогоднішнього дня, ну тобто 24 години з моменту, як ви почули ефір на Київ 98 98FM», Ви телефонуєте за цими номерами телефонів, записуєтеся на консультацію, отримаєте 50% відсотків. На повне комплексне обстеження вашого організму звати мене Світлана Василенко. Почуємося і побачимося. Київ інтерактив зі Світланою Василенко.